моя военно-учетная специальность в советской армии называлась спецпропаганда. Пропаганда на войска противника и поддержание боевого духа среди своих. Да? Мне повезло. Полковник Берников, сам полковник Берников, был нашим преподавателем давно. Вот, он был еще жив, дедушка, значит. Это тот человек, который во время блокады Ленинграда додумался там проводить концерты симфонической музыки и транслировать их по радио. И футбольные матчи. Он говорит, слава богу, в те времена не было еще телевидения. Он говорит, никто не видел, как наши футболисты еле ползали от голода, значит, по этому полю. Говорит, вот что надо было делать. Говорит, а что мы еще могли делать в Ленинграде? Блокада у нас, люди умирают от голода, массово, говорит. Мы сидим со всех сторон окруженные. Вот, вот так надо поступать. Ленинград выстоял в конце концов. Выстоит и Армения. Я думаю, что и Арцах сохранится.